You will never win. Всем привет, это Джекасим. И я тут... Да как такое возможно? Помните, мы играли недавно Hedgehog? Это, оказывается, Slender Park называется по-русски. Мы играли в первую версию, а это у нас вторая версия. Посмотрим, как он бегает. Хреново он бегает. Но он все такой же гадский. Графика получше стала, это мгновение. Так, сколько всего надо найти-то, интересно. Чего? Show the cursor. Escape, push, ага, escape. Я нажал на escape, и ничего не произошло. Так, по-моему, вот здесь. Но здесь нужно быть поосторожнее. У нас в прошлый раз захреначил. Здесь дорога почему-то у нас сужается. Бери. Задом, задом, твой. Вон дом. О, оттуда дорога уходит. А в прошлый раз, по-моему, этого не было. Так. В прошлый раз вот этой хренобуры не было, типа здесь ни хрена нет. А это слово где-то сзади. Так, типа, вот здесь надо быть предельно осторожным. Просто... Где? Это алё. У-у-у-у! Ты что там слово сделал? Козлиная рожа. Иди ты в жопу. Два нотас. Нотас. Хренотас. Да ладно. Альт F4. Альт F. Ну. Альт. Альт, 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 альт. Сволочь. Придется переигрывать. Ну что же. Давайте попробуем. Он еще вообще. Вот смотрите, он вообще не бегает. Не бегает. Хорошо, хотя бы записки видны, и это радует. Ну ладно, я понимаю. Графика улучшилась по сравнению с первой версией. Escape to show the cursor. Пожалуйста. Escape. Где курсор? Я не вижу курсор. Главное, не оборачиваться. А еще объясните, почему на том деревянном здании ни хрена нету записок. По-моему, должна быть. А, я вспомнил. Мы же там пятились задом, значит она где-то внутри. Все главное взять вот здесь. Так. Ага. Надо как-нибудь поосторожнее взять. Как-нибудь поосторожнее. Мы же тогда, помните, задом пятились, чтобы нормально выйти от этого козла. Ну, и вон там есть поворот, значит куда-то можно уйти. В предыдущей версии мы никуда не могли уйти. И слава богу, стало посветлее. А, вот она. И идем жопой. Рано. Да, я понимаю. Блин. Куда идти-то? Тихо. Тихо. О. Дорога, дорога. Ух ты, дорога дальше идет. А в предыдущей версии дороги вообще нигде не было, было очень... Ну, может, я ее просто не увидел. Так, три нотас. Или как там по-испански три, кто помнит? Кто знает? Uno, dos, tres. А, это по-итальянски. Айцевая драйвина. Ух ты. Так, главное, опять... Такое же здание. Точно такое же. Вот это загон. Да, тебя здесь нет. Твой дивизиат. Ни хрена нет. Так, главное не обойти нас. Не дайте ему нас обойти. Эй, алло. Ну чё? Он сзади. Он сзади. Куда идти-то? Эй, ты козлина. А погода, чё, куда идти? Он сзади. Медленно, осторожно.
Вы видели его датскую руку, Валин? Погодь, а где? Куда идти-то? Че за нахрен? Почему здесь нет записок? Тихо здесь, осторожненько. Спокойствие, только спокойствие. Тихо. Где ты, падла? Он же сзади? Надеюсь. Я очень на это надеюсь. Я не понял. Я не вижу другого, как смысла, как только чесать лес. Может, что-нибудь еще найдем. Ну давайте, так, давайте глянем, проходим ли мы сквозь деревья. Понятно. Понятненько. Сквозь деревья мы проходим. Понятно. Ты не шебурши так по траве. Да это сволочь где-то сзади. Примолтус. Ну как сказали бы наши друзья французы, трола молтус. Ну что, глянем? Супер. Ух. Да хорош, а куда еще можно было заныкать? Слышь ты, вторая версия. Не будь такой же тупой, как и первая. Кстати, как-то пила довольно-таки маленькая. И вон там уже дорогу видно. Опа, я тут был. Куда это я залез? Что это? Какой-то дом. Ебать, стой, тихо. И что, мне туда надо? Ох, это очень нехорошо. Это получается, если я сейчас пойду по лесенке, я к нему повернусь передом, да? Да прыгай, дурак. Да это же закон самый натуральный, это нечестно. Ни хрена я попал. Ну вот это погодь, я как. Ого. Ты алё. Как это? Тихо. Так. Вот это звуки здесь. Тихо. Ой! О, слава богу, можно не по лестнице подняться, можно вниз подняться. Блин, у меня аж мурашки по коже пошли. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Залезьте сюда, тихо. Ой! Так, боком. Да это вообще читерство какое-то. Так, здесь что-нибудь есть? Здесь что-нибудь есть? О, ты прикинь. Развлечи, есть. Что там написано? Help me. Типа, помоги мне. Интересно, сброситься отсюда можно? Да ну ладно, вот спасибо. Да ну ладно. Вот это круто. Зато на слендере. На слендере здесь не на. Блин, ты приколись. А! Дверь-то закрытая, елки! Вот это попадос. Как туда попасть? Ох, он сзади! Ты прикинь, а? О, засада! А туда как-то можно попасть. Там две записки. А он сзади нас. А вот гадский козерог. Сзади нас. Что делать? Хорошо я в окошечко посмотрел-то, а? Ну, придется как каким-то макаром. Вроде тут еще одна дверь. А вот тихо. А вот очень тихо. Главное стоять. Ох ты, ёпарасоты. Вот это что такое было? Давай так не делать. Блин, я тебя прыгнуть не могу. Смотрите-ка, здесь все стало гораздо лучше. Сколько я там записал-то уже? 7 минут. Я не знаю, стоит ли еще раз туда пойти. Ну, читерская, все равно читерская игра, но вот эта вторая версия гораздо лучше. Это Хетхо, это, оказывается, и есть парк. Я не знаю, как это читается по-испански. Хэчо или Хэхо, кто его знает.
Я не знаю, короче, давайте здесь закончим. Если хотите, поиграйте, я больше не хочу в это играть. Но, правда, мурашек прибавилось здесь. Ну что же, давайте здесь закончим. С вами был Джимми Сью. Всем спасибо и всем пока.